В сентябре прошлого года я впервые узнал через социальные сети о существовании Имагуру. И, если честно, я не ожидал, что с того момента очень сильно изменится жизнь, особенно моей дочери. Эта любовь была с первого взгляда, и она уже на теперешний момент закончила, если я не сбился со счету, 7 курсов. Некоторые курсы прошли по второму разу, и первый вопрос, который Лиза задает после окончания курсов, когда начнутся следующие курсы. Мне нравятся эти курсы, потому что они очень веселые, нам всегда помогут, когда нам что-то непонятно, настроят, объяснят. Мне еще нравятся скрэнчесные пай, я также на них ходила, что на Sonic Pi я тоже люблю писать музыку. Иногда бывают песни, повторяю, а на скрэнч я написала свою игру, и участвовала я в хакатоне и написала там свою программу. Что нам дало обучение в Имагуру? Мне кажется, в первую очередь Лиза уже определила свои 10 лет со своей будущей профессией. Она полюбила программирование в том виде, в котором, наверное, может полюбить его 10-летний ребенок, и готова создавать новые игры и полна идей. Вот. И очень хочется отметить наших преподавателей. Антона и Артема – это замечательные ребята, и, если честно, я очень удивлен, почему при таком очень качественном уровне обучения я здесь не вижу толп поклонников, потому что на самом деле это очень качественные курсы, и рекомендую всем родителям присмотреться к ним.